Добрый день, друзья! Меня зовут Сид Багамбетов Ерлан. Я являюсь экспертом по испытанию регионов Волга. Сегодня 3 июня 2021 года, и мы находимся на полевом городе Оренбург. Сегодня в этом видео я хотел бы поговорить об актуальной проблеме на полях региона Поволжья, о таком злостном сорняке, как просокуриное. Это однолетний злаковый сорняк, который распространен на всех культурах. И хотел бы показать, как его зависит распространение от системы обработки почвы. На примере поля кукурузы, на котором мы сейчас стоим. Сейчас мы находимся на поле кукурузы, которое возделывается по классической технологии с отвальной вспашкой осенью. Мы видим, что это поле достаточно чистое от данного сорняка. И лишь единично местами он сходит. А так выглядит поле кукурузы, которое выращивается по минимальной технологии. Здесь просокуриного в большом количестве, разных возрастов, экономический порог превышен и будет оказывать негативное влияние на культуру. Таким образом видно, как система обработки почвы влияет на распространение данного сорняка. Это был полевой город Оренбург. До скорых встреч!